Доброе утро. Что, как спалось тебе? Ну, отлично, отлично спалось. Ну, спасибо. Времени сейчас 8:45. Ты так рано встаешь? Ну да, привык уже вставать так, потому что тренировки рано в ВПСе. Вот, и привык уже так вставать. Если честно, иногда, когда уставший, естественно, сплю очень много. То есть бывает, да, выходные, после игр тоже. После игр тяжело уснуть, но потом, естественно, потому что поздно засыпаешь и поздно просыпаешься. Да, куда она налила? Куда там идти, ты же знаешь. Вы не знаете, что? Я знаю. Good morning. Ну, мы тебя проверяли. Доброе. Доброе утро. Приятно. Спасибо. Сейчас посмотрим, чем ты завтракаешь. Ё-моё. Чем я завтракаю? Ну, естественно, каша. Каша, да. Доброе утро. Приятного аппетита. Каша. Рисовую кашу люблю. Не люблю, да? Ну, как, она полезна, и люблю рисовую кашу просто. Ну, вот. Я вообще люблю, любую кашу люблю, но рисовую, не знаю, больше всего нравится. Такое ощущение, что ты первый сабалист сегодня пришел. Ну, кстати, возможно. Не, ну потому что тоже там много футболистов играли, и поэтому отдыхают, спят. Ну, это нормально, в принципе. Второй пришел. Второй пришел. Добрый. Ну, все, в принципе. Вот мой завтрак. В принципе, фастфуд? Да нет, ну, иногда вот после игры, если честно, хочется там пиццу или еще что-то, но как бы так особо не тянет, если честно, потому что, ну, тоже это, мне кажется, вредно, и надо от этого отвыкать. А так, ну, иногда можно, я считаю, да, особенно после игр, да, ты теряешь очень много калорий, и, в принципе, можно. Чем отличается завтрак в России от завтрака в Голландии и Чехии? Ну, в России, естественно, ну, допустим, наши футболисты любят кашу, да, ну, я думаю, многие любят кашу. Вот, потому что она и быстрее усваивается, да, перед тренировкой. А, допустим, в Голландии все любят есть яйца, там, яичницу, омлет постоянно, либо какие-то тосты они постоянно себе накладывают, прям такие два, тут прям таких конкретных. Я один раз попробовал, мне просто вообще, у меня вот тут стояло, потом на тренировке это все, я уже думаю, ладно, я больше не буду это делать, ну, потому что действительно тяжелая пища. Вот. Ну, по крайней мере, у меня так было. Поэтому вот этим, я думаю, отличаются. Они любят вот эти вот тосты, все вот эти вот с хлебом прям делают. Вот, туда яйца прям. Как, ты не стал что-то подписывать в майке? Да нет. В Голландии такого не было? Ну, иногда бывало тоже. Бывало, да? Ну, да, много прям. Ну, у нас, ну, так, больше, да? Ну, естественно, больше. Естественно. Каждый день, каждый день. В Шотландии не был. Был в Северной Ирландии. Да, ну давно очень. У нас турнир был с детско-юношеской школы ЦСКА. Вот, и были на турнире. А вообще, какой из городов тебя больше всего впечатлил, где ты был? Сейчас сложно сказать, честно. Вот так вот прям сразу. Ну, естественно, наверное, потому что я жил в Чехии, может быть, Прага. Потому что, когда я приехал, да, мне реально вот было комфортно там. То есть прям изначально, не знаю почему, да, и какой там красивый был, и есть. И как бы, не знаю, очень, очень комфортно мне было там и жить, и все. То есть в этом плане можно сказать Чехия.
Естественно, Москва, потому что я родился в Москве. Вот, мне нравится Москва. И я, если честно, хотел бы почаще там бывать, потому что сейчас не особо получается быть почаще в Москве. Музыка, да, хорошая. Да, особо нет, я не умею. Так двигаюсь, как червяк, да? Гарри Поттер читал, да? Ну как, читал. Ну, давно, естественно. Снич был. Нет, ну это что-то побольше, мне кажется, нет? Или такое? Чем вышибают, наверное, да? Да, это чем вышибают. Я еще маленький был там, летал. Ты говорил, что часто ездил на велосипеде в Голландии, в Чехии. В Москве как на велосипеде, возможно? Не, ну, в Чехии я вообще не ездил практически. В Голландии в этом плане просто более продвинутым из всех дорог. Помешаемся. Денис, ты следующий. О, согласен, согласен. Слава тебе, не нужно. Я тебе палочку передам потом. Дороги везде, вообще куча народу ездит, поэтому там в этом плане проще. Чехи вообще не ездят. В Москве тоже нет, да? В Москве, да. Столько лет там бывало, естественно, там. Приезжаешь, там, к семье, да, естественно, там бывает. Выберешься и покататься так чисто. А в Голландии иногда даже это как средство передвижения. А как машинка в машинам относишься? Ну, плавать в Голландии? Есть? Не, ну как, у меня только в аренду. В Москве у меня не было, потому что я уехал рано. Да, и она мне особо там не нужна была. Она просто стояла, да. И я как-то к этому отношусь просто. То есть нет машины и нет как бы машины. Ты не фанат крутых тачек? Нет, для меня это как-то... Я даже не понимаю в машинах ничего. Денису говорят, целая гора спортивных автомобилей. У него, да, у него как у Роналда стоит. Вы думаете, а что люди потом будут смотреть, не надо? Ты знаешь, Роналду-то уехал, и он поселился как раз в этот дом. Он ему даже машину оставил. День скрываем, да? Да. Из черешева. В туалете даже, да? Куда не ходите. Специально фруктики только завтракает, да, чтобы все видели, что он вообще профессионал. Типа профессионал, да, кашка, фруктики. А так блинчики со сгущенкой, да? Со сметанкой. Кока-колу еще, да, вот это. Не, вот, кстати, колу не люблю, реально. Ну, конечно, я записываю. Доброе утро, все так. Все. Че ты куда? По Голландии все катаешься? Да, видно, по Голландии. Ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Кто рядом сидит, братан, открывая багажную полку. Я тебе говорю. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной клади. Бортпроводники оказывают вам необходимую помощь в размещении. Видел Зиг. Пушку не взять, да, это очень обидный нюанс, но придется с этим как-то играть. Так что можешь о Славе сказать? Топовый футболист. Как человек, хорош? Да. Очень хороший. Вы в ЦСКА с ним общались? Нет. Ни разу. Я знаю, с кем ты общался. Ни разу не общались. Я знаю, с кем ты общался. Ё-моё. В сборной познакомились? Да. Недавно. А со Славой в Чехии переехали сколько раз? С Карой? Да. Я не помню, кстати. Но мы друг про друга не играли один раз. Я был дисквалифицирован. Помнишь, когда я в Словане еще был?
А, я играл, а он что-то не играл тогда. То есть на поле не пересекались? А так? Может, в кафешке? Так пересекались, да. Да. Я у него в гостях был. Да? Ну и как у него дома? Нормально. Обычно, что такого? Что такое, да? Ну как Слава вообще? Что о нем можешь сказать? Отличный парень, общительный, открытый. Серьезной болезни нету? Ну, чуть-чуть. Я шучу, нет, конечно. Нормальный парень. Как? Ну, на самом деле, пока так непривычно, если честно. Вот. А так, в принципе, нормально. Телефон в Африке, телефон, можно сказать. Поэтому... Много телефоном вообще пользуешься? Ну, как и все сейчас, наверное, да, там, естественно, потому что WhatsApp'ом пользуешься, постоянно общаешься, смс-ки и так далее, Instagram, естественно, постоянно проверяешь, да, какие-то приложения, там, в дороге надо поиграться, что-то такие, какие-то что игры. Играешь? Да просто какие-то игры такие, можно просто скачал, допустим, на полет, да, поигрался, удалил просто. Я так понимаю, ты недавно женился, все верно? Расскажи, как вы познакомились с вашей супругой? Да нет, ну в Москве познакомились, вот ее зовут Катя, вот в Москве познакомились, вот потом как-то она приехала ко мне в Чехию, вот, и мы как-то стали ближе, начали общаться, вот, и вот так вот у нас все как бы закрутилось, как-то можно сказать, вот, и сейчас поженились спустя 3,5 года. А так это в Арнаме было вообще год назад, как раз таки, да, скоро будет год, как сделал предложение, вот, в Арнаме, то есть, ну, не ожидал, просто пошли там, типа, покушать и вот сделал предложение. Изменилось твоя жизнь после женитьбы? Да, если честно, все так же и осталось, слава богу, все хорошо, да, и дай бог будет лучше. Меня Рома затолкал, думаю, вообще сладенько.
Хотел остаться, но безопасники затолкали меня. Да что такое-то? Слава, по-моему, никто не хотел узнал. Хотел-то, да? А? Слава, тебя узнал кто-то, нет? Да, узнал меня. Слуцкий бы узнал. С березами? Березы вряд ли. Они не появляются, да, на тренировке? Они не шибко умные. Да ладно, да я шучу. Не, ну вид у них обманчивый. Да. Все же думают, что они вообще топоры. Не очень умные. Ну, не очень умные. Что именно рассказать? Ну, вот как он по общению почувствовал, он любит шутить недавно? Ну, не, ну по общению, естественно, да, вообще супер человек, особенно по шуткам, да, любит потравить всех, вот, особенно, допустим, ну, иностранцы иногда, если, допустим, начинают шутить, да, они бывают такие обидчивые немного, то есть бывает обижаются прям. Ну, как бы для нас это нормально, если там, ну, затравили там, да, это как бы, ну, в принципе, как бы, ну, нормально. Вот, а они, бывает, обижаются, вот, не знаю почему. А насчет Инстаграма, это действительно, да, вообще все в Голландии начали говорить. И реально крутой и смешной Инстаграм, потому что даже вот последний, там, или предпоследний, точно не помню, пост, когда он выложил, как на бровке тепловая это, как это сказать, ну, когда игрок, допустим, набегает, да, где по полю вот эти тепловые зоны, и он отметил как бы на бровке тепловую зону, как он перемещается, то есть это было смешно на самом деле, вот, или, опять же, я уже говорил про, про то, как у нас в команде после одной игры написал пост в Инстаграме, мол, я провел не самую лучшую игру и так далее, и на что он ответил в комментариях: согласен. То есть тоже как бы так посмеялись, и вообще это, ну, круто, да, и все в команде даже, ну, то есть поддерживали это. Смешно было. Есть такой стереотип, что Станислав Саламович Черчесов очень строгий тренер, человек, но на самом деле он тоже любит пошутить, ты заметил уже это? Ну, конечно, конечно. Ну, все, и Леонид Викторович тоже строгий тренер, как бы, да, но когда, то есть иногда надо быть строгим, да, иногда пошутить, поэтому все мы, и Станислав Саламович, да, может, и, естественно, пошутить, да, и быть строгим, и также Леонид Твиттер. С кем ты больше общаешься в команде? Ну так, со всеми, да, в основном, естественно, Саша Головин, Коля Камличенко, потому что вместе и за молодежку играли, с Сашей Головиным, и вообще в ЦСКА в дубле были, вот. Так что с ними вот больше всего общаюсь. Такой вопрос, вот как ты, когда вот вспомни, ты вот уехал с ЦСКА, приехал ты в Прагу, да? Что ты думал вот в этот момент перед первой своей тренировкой? Не знаю, наверняка ни языка. Там, вообще никого. Ничего не знал. Вспомни свои. Ну, знал немного английский, вообще прям вот там такие прям вообще простые слова, не мог ничего это, и вообще тяжело было. Но на тот момент, когда я ехал туда, я вообще не понимал, куда я еду, и как-то я просто, ну, мне хотелось как-то, и я сказал «да» и уехал, то есть я даже не думал, что, как, и, естественно, тяжело было. Первые полгода вообще прям тяжко, но потом уже потихоньку и чешский начал понимать немножко, и английский тоже в раздевалке начал, и как-то так наладилось. Друзья, надеюсь, вам было интересно со мной. Благодарю вас и хотел бы разыграть свои бутсы. Подробности в описании.